и о других оперативных новостях. В одном из крупных магазинов города мужчина решил приобрести себе спортивную одежду. Правда, платить не собирался. Все происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сигнал в дежурную часть полиции поступил из магазина «Спортмастер». Продавцы сообщили, что неизвестный парень пытался похитить брюки. Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 27-летний междуреченец. Он пояснил, что, не имея при себе денежных средств, хотел похитить брюки для личного пользования, но был задержан продавцами магазина. В отношении него следователь возбудил уголовное дело за покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Похищенные брюки у подозреваемого изъяли. До 7 лет лишения свободы предусмотрено максимальное наказание за данное деяние.